Это мы выходим 5 на 2. У нас есть. У нас есть ряд продолжений. Ой, что я должна встать? Что-то. Таких приложений здесь внушающих. Подтянем, потянем ногу и шаг назад. Хорошо. Это нога. Одна из базовых техник айкидо. Из 5. На броску. Ну, 5 техник основных. У нас очень сутру кайтать. Что мы здесь делаем? Подтягиваем партнера. И вот здесь фиксируем голову. Если у него голова будет зафиксирована в руки вот так, то смотрите, моя зацепка. Его прижать голову здесь и сделать бросок туда. Происходит сворачивание шеи. То есть кайтен ноге это не толкнуть, чтобы он кувырнулся, а это атака шеи. Поэтому у Кеми, у партнера, он поворачивает голову вот сюда. Он наблюдает за мной, он видит вот эту ногу, блокирует ее рукой. Вот. И если я зафиксировал его голову и начинаю делать вход, тогда ширу Кеми на эту ногу. Тогда он может сделать уширу Кеми. Делаешь? Понял как? Да. Уширу Кеми. И тогда сохранит шею. Если он прыгнет вперед, я буду держать. Даже в этом положении, ну, не очень комфортно. Подтянули. Его задача. Я сделал, я могу загрузить, чтобы я не мог атаковать. Его ногой ударить. Он эту ногу блокирует. Тогда я немножко вытягиваю. Скажу, здесь мы завершаем кувырочком. Если я фиксирую голову, то уширу руки, он делает перекат. И партнер перед кайтен ногой мы вводим так, что его позвоночник поперек нашей линии движения, не вдоль. Ноги делают вот так, но не у нас, вот так. И это не кайтен ноги. Сейчас свой разум набьет. Поперек линии движения. Он немножко загружает сюда. Хайдзу! Вам будет приближаться, и вам бывает трудно сделать вот сюда, потому что он вот сюда переносит вес, и он вас фиксирует в этой позиции. Тогда мы шагаем вот сюда, да, ну, как кайтен ноге мы сегодня черкеляпишу делаем. И другую направляем его по ходу его движения. Вариантура. Вот. Он давит сюда, он дает руку, он нас видит. И мы шагаем, смотрите, в линию своего ногой вот сюда. На шаг вот сюда. Хайдзу.